Международная группа астрономов представила первые результаты работы телескопа «Горизонта событий» – объединение из 8 радиообсерваторий, расположенных по всей Земле. Ученым удалось синхронизировать данные от этих телескопов и получить прямое изображение окрестностей черной дыры галактики М87. Она была выбрана не случайно, вопреки слухам, а они гласили, что нам покажут черную дыру в центре нашей собственной галактики. Размеры черной дыры и небольшая скорость перемещения нас относительно нее позволили получить гораздо более качественное и стабильное изображение, чем в иных вариантах. На некоторых более ранних астрономических снимках мы могли наблюдать косвенные эффекты черных дыр, гало и джеты, но столь близкое и детальное фото удалось сделать в первый раз. Это достижение позволило в очередной раз проверить общую теорию относительности Эйнштейна и означает, что наши текущие представления о законах Вселенной достаточно точны, хотя все еще не полные. Впереди новое открытие. Телескоп «Горизонта событий» позволил нам впервые напрямую заняться наблюдением черных дыр и изучением поведения материи около них. Раньше такой возможности не было, а это означает, что сегодня астрономия открывает новую главу, новый масштаб исследований. Впервые в истории у человечества появился инструмент, который позволяет получить детальные данные от подобных объектов. Теперь, помимо М87, нам предстоит провести наблюдение той самой сверхмассивной черной дыры «Стрелец-А» в центре Млечного Пути.